Привет, друзья! Вот мы и сделали этот вебинар. Мне кажется, он исключительный, да, потому что уникальный контент. Сам дедушка Фрейд не знал, что психоанализ, оказывается, работает не на анализе каком-то, а на поточном выговаривании, потому что когда психотерапевт или психоаналитик наводит на больной вопросы, из него прямо потоком льется то, что наболело. Он рассказывает, рассказывает, рассказывает. И разгрузка происходит. И тут происходит согласование внутренних процессов, потому что снимается страх, стресс, шаблоны, всякие там предвзятости. И человек выходит на самого себя, ему становится так легко и хорошо. Даже и психоаналитики, пусть на меня не обижаются, они тоже этого не знали. Поточное выговаривание. Об этом потоке как раз Чинскен Михаи, но он уже говорил на примере творческого процесса, рисования, сочетания каких-то произведений музыкальных, в любимом деле поточное состояние происходит. Но с психоанализом никак не связывал. Мы в ключе связали и выявили там автоматизм. И вот это поточное выговаривание, как Дейл Карнеги одним из аспектов своих говорил, если вы хотите быть типа оратором, ну посмотрите книгу Дейла Карнеги, ну вы так должны говорить, как будто из бочки вытащили затычку, и прямо льется и льется. Ну вот это же, видите, мы такой уникальный контент смогли сделать. Провели чудесный вебинар, мне самому даже понравилось. Да, провели этот уникальный вебинар, свет в глазах смотрящего. Потому что человек выходит на свое состояние творческое и видит вещи так, как творец. И может создавать вещи, как творец. У него нет страхов, повторяю, комплексов, шаблонов, стереотипов. У него свободное состояние сознания, потому что он сам в этот момент свободен. А лечиться и создавать можно только с помощью свободы. Так что дедушке Фрейду большое уважение, мы на его плечах стоим. Дейлу Карнеги большое уважение, да. Всем-всем-всем на плечах гигантов мы стоим, поэтому наша школа «Человек будущего», сегодняшнего века, и там суперприемы, и каждый раз уникальные контенты. До встречи, друзья!